Ребят, привет! Ну что, продолжаем распаковывать детали для проекта Сирень-27. А то у меня в углу комнаты висит рама голая, скучает. Нужно добавить все-таки деталья, чтобы это хоть как-то походило на велосипед. Это уже скоро лето кончится, а я все распаковываю, распаковываю. Ну и давайте начнем распаковку вот с такого невзрачного пакетика. Это посылочка с Озона. И здесь у меня вынос руля на 80 мм. И я думал, что я заказываю вынос кор. Еще удивился, такая низкая цена, 850 рублей. Ну, думаю, раз остатки чистят, деталь одна оставалась на складе, соответственно, думаю, ну, оправданно, 850 рублей, так 850 рублей. Но, к сожалению, от выноса кор была только фотография. Я уж не знаю, как там продавцы напутали. А пришел мне вынос, сейчас прочитаю. Вынос руля Stark JA-008 на 1,1 дюйма, 80 мм, под руль 31,8 мм. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, сам вынос выглядит хорошо. Я, конечно, поставил 3 звезды, потому что, ну, так косячиться совсем нельзя. Это вот прямо расстройство. Но возвращать не стал, то есть вынос все-таки забрал. Думаю, ладно, поездим, посмотрим. Все-таки, как-никак, бренд. Думаю, конечно, это все произведено в Китае, но не с AliExpress. Тут все-таки, думаю, кованый алюминий, как должно быть в выносе, а не просто литье в песок. Ну, в общем, вот такой вот черный вынос. Ну и самое главное, и самое интересное, что лежит в этой коробке. Давайте вынос отложим в стороночку. Вот такая вот коробка. Так, найдем где открывать. Опа. И здесь у нас антистресс. О, сколько пупырки, вся лопается. Приятно. Это посылочка с footbiker.ru. Они всегда приятные штуки присылают. Достаем. О, тут еще внутри пакетик был, не только пупырка. Вот, пакетики все отбрасываем в сторону. И это вилка Врен. Это ригидная вилка. И что интересно, это вот поистине смесь технологий космических. Потому что это не просто карбоновая вилка. Это вилка с карбоновыми штанами, но с алюминиевым штоком, с алюминиевой короной. Ну и, соответственно, с алюминиевыми дропаутами. Единственное, что здесь расстраивает, это вот такой вот эксцентрик. Ну, то есть, да, это сквозная ось под 15 мм, 150 мм шириной. Сейчас выкрутим. Но, к сожалению, эксцентрик. Вот любят американцы эти эксцентрики. Любят они это все удобство. Так, вставочку так поставим. В общем, здесь вот это все держится на гайке. В общем, вилка, да, вот поистине композитная, можно так сказать. То есть у нас композитные ноги, и в то же время у нас как бы смесь материалов, соответственно, вся вилка вот такая вот композитная. Ну, а теперь нужно это все взвесить. Узнаем, сколько весит вилка, сколько весит вынос. Вот, я, конечно, больших надежд не питаю, потому что все-таки алюминиевая корона вот такая вот суперпрочная. Ну, складывается ощущение, что как бы это та же самая корона, которая используется в амортизационных вилках Врен. Ну и, собственно, дропауты тоже. Здесь даже вот есть отверстие под регулировку отскока. Что там еще у нас регулируется в амортизационных вилках? Если честно, я не особо в них шарю, потому что фанат ригидок. Вот. И что еще примечательное, пока вот не приступил к взвешиванию. Здесь шток алюминиевый вклеен в алюминиевую корону. Вот здесь прям видно вот клей. То есть, ну и, соответственно, сами ноги из карбона тоже вклеены. То есть, прям суперсовременные технологии. Никакой сварки. Ну, соответственно, и щелкать это все не будет, как, например, когда-то было у вилок Мангут. Ну да, извините за такое сравнение. То есть, как бы, дорогая американская вилка и дешевый американский бренд. Ну, в общем, ладно, давайте взвешивать. Итак, устанавливаем весы. Включаем.
И начнем, думаю, взвешивание с выноса. Он весит 142 грамма. И ни много, и ни мало. Ну и, кстати, вот посмотрите вот поближе на этот вынос. Ничего в нем нет такого плохого. Я, конечно, его ругал, но только потому, что я хотел кор. Но, как говорится, скупой платит дважды. А так тут все классно. Даже смазка вон на резьбе есть, шайбочки все есть. Моменты указаны, с которыми затягивать эту резьбу. Ну, то есть, обычный такой вот среднячок от российского бренда Stark. Так, теперь давайте взвесим ось. Сама по себе ось у нас весит 100 грамм. И гайка к ней весит 10 грамм, а вместе они весят 110 грамм. Да, здесь, конечно, вот такой вот массивный эксцентрик. Ну, что поделать. Возможно, я потом заменю какие-нибудь титановые оси, не знаю. Ставим чашку. Включаем снова весы. И кладем вилку. Сейчас, вот так она не лежит. Вот. И у нас получилось 1009 грамм. Ну что, ребята, это рекорд для карбоновой вилки. Потому что обычно карбоновые вилки весят где-нибудь грамм 600-700 для футбайка. Но там чистый карбон. А здесь у нас, видите, композиты алюминий и карбон. Ну, тут, понимаете, одна корона только сколько весит. Поэтому чего еще ожидать? К слову сказать, вилка, которая поставляется с рамой Ина, весит меньше килограмма, 900 чем-то грамм, но она выполнена полностью из алюминия, и там плюс есть еще бонки для крепления всякой поклажи. Но я выбрал вот эту вилку, потому что она супер крепкая, и некоторые ребята уже проверили связку вилки Врен и рамы Ина. Там были некоторые неприятные ситуации с ДТП, всякие экстрим и прочее. Ну, в общем, рама погибла, а вилка живет. Такие вот дела. Ну а теперь давайте установим все великолепия в раму. Для начала надо установить упорное колечко. Смажем место установки. Смазку используем, то есть такую же, которую пользовался для смазки втулок. Это от MP Auto водостойкая велосмазка. Немножечко нанесу ее. И размажу кисточкой. Вставляем упорное кольцо. Вот если раньше я собирал велосипед, у меня всегда было кольцо неразъемное, и мне приходилось его нагревать, чтобы установить на шток вилки, то в данном случае кольцо Nuki Proof разъемное, поэтому легко очень установить на вилку. Прорезь я, пожалуй, установлю вперед. Так, все. Еще немного смазочки нанесем. Хотя, кстати, вся рулевая была смазана сверху. То есть она не сухая, скажем так. Так, теперь вот такое вот пластиковое упорное колечко. Оно немножечко закрывает подшипник от попадания пыли, грязи. Вот. Еще немножко размажем смазку. Теперь подшипник можно, конечно, вставить в чашку, но я сделаю наоборот. Размазываем кисточкой смазку. Просто чтобы все это хорошо зашло. Здесь у нас заходит шток довольно плотно, потому что у нас здесь хомут, верхний рулевой, интент. Если кто не видел предыдущее видео по поводу этой рулевой, посмотрите. Здесь у нее есть специальный хомут, который дополнительно удерживает шток вилки. Так. Я пока это все не стягиваю, потому что неизвестно, какую высоту штока мне нужно будет оставлять. Пока я просто это вот так вот соберу. Ну, кстати, держится довольно плотно. Можно больше ничего не устанавливать. Я хотел еще вынос остановить. Ну, думаю, не буду отказывать себе в этом удовольствии. Теперь комплектную проставочку устанавливаем. И
сток. Возможно, я добавлю потом еще кольца. Но вообще в идеале я хотел оставить именно так. То есть ничего больше не добавляя и использовать руль с большим подъемом. Но не факт, что мне это получится. Так, для начала затянем хомут. Понятно, что потом, когда это все соберу основательно, я еще это все выставлю, протяну. Ну, пока вот так. Так, ну и затягиваем болты на выносе. Тоже пока не использую динамометрический ключ. Просто немножко прихвачу. Потому что следующая итерация у меня будет оклейка пленкой рамы и вилки. Соответственно, мне нужно, чтобы это все было вот так вот на стенде собрано, чтобы было удобно подходить с любой стороны и приклеивать пленку. Думаю, тоже сниму об этом видео, хотя небольшой видос я уже снимал, когда собирал Бореалис крестом. Вот. Там я, конечно, тоже не показывал всю оклейку велосипеда, а только один участок, но суть от этого не меняется. Если кто не хочет ждать, можете посмотреть меня на канале. Плейлист называется «Бореалис крестом», соответственно. Осталось протереть излишки смазки. Делаю это уже по обыкновению бумажными салфетками. Они очень хорошо убирают смазку. Никак не размазывают это все, не оставляют следов. Никакого ворса. Красота у меня получается. Если согласны, то ставьте лайк. Если не согласны, то обязательно пишите комментарий, почему вам не нравится моя сборка. Ну и не забывайте подписываться на канал, если вы этого не сделали. А я вам желаю удачи и пока, ребята!